«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет! С вами, как всегда, я, Дезертир. И я надеюсь, вам понравится мое прохождение игры War. Тихо. Охраны мало. Живет он наверху. Украсть ее будет несложно. Так, давайте вырубим всех. Отлично. И выключим свет. Супер. О! Сейф. Хотя, стоп. Давайте сначала украдем маску. Потом займемся всякими сейфами. Если это у него на витрине, что же под замком? Если зазеваюсь, крысы сожрут. Боюсь, тебя сейчас сожру я. Причем сожру полностью. Так, а ну-ка, иди к своему другу. Куда-нибудь в тень. Так, а мы быстренько посмотрим, что лежит здесь. Так сказать, посмотрим на все товары, которые продаются в магазине. Так. Главное все это делать аккуратно. Ха. Неплохо, неплохо. Пусто. Ну, ничего. Браслетик неплохой. Ладно, возможно, здесь есть еще что-то интересное. О, монетка прямо на полу. Как безалаберно со стороны владельца. Так. Скрыть замок. Ну, почему бы и нет? Вдруг там лежат миллионы. Шутка, конечно, но мало ли. Так. Ну, 20 монет, это не так уж и мало, скажу я вам, друзья мои. Так, здесь все. Что у нас здесь? Да не то я имел в виду, не прячься ты. Ладно. Так. Брошка. Ожерелье. Сверху ни черта. Серьги. Оба-на, вот, кажись, и наша масочка. Отлично. Взломали, как нефиг делать. Эти камни стеклянные. Но ее можно хорошо продать тому, кто не поймет разницу. Черт. Пора и честь знать. Окно наверху поможет перелезть через ворота. Если это подделка, то я хочу найти оригинал. Такое чувство, что когда я концентрируюсь, я делаю все быстрее. Что со мной такое? Кажись, я случайно понял, как использовать концентрацию. Нажать на F. Ну, в принципе, на каком-то смысле логично. Ладно. Итак, повторюсь, я хочу найти оригинал. А что, если он в сейфе? Ну, я бы его спрятал именно туда. Сейчас проверим. Ну, сначала обыщем все здесь. Так. И... черт. Черт. Надо быть аккуратней. Слишком маленький промежуток. Так, и... оп. И... Вот он. Готово. Так.
Хм. Черт, она не в сейфе. Это я возьму. Хорошо. Но где же она? Еще один охранник. Не хотелось бы наткнуться. Так, кажется, здесь еще кто-то есть. Это совсем плохо. Впрочем, здесь есть еда. Рекой пахнет даже здесь. Опа. Девушка, простите, но... Да, я не оставляю свидетелей. Так, нож, деньги. Ни черта. Ни черта. И ни черта. Впрочем... Больше здесь вроде бы ничего и нету. Ну, почти. Давайте осмотримся здесь. Да, отлично, нашли небольшую горсть монет. Так, это мои шаги. Не надо пугаться своих собственных шагов. Это даже не смешно. Это путь наружу. Но когда я спрыгну, я не смогу вернуться сюда. Да, но я все еще не нашел того, что искал. Давайте попробуем спуститься на первый этаж. Там, где был чувак, который меня мог заметить. Что, если мне удастся его вырубить? Так, аккуратно. И... Отлично. Ты вовремя. Так, у тебя было немножко денег, это даже хорошо. Так, сохранились... И выходим. Кстати, в таких шкафах происходит сохранение игры. Согласитесь, это неплохо. Так, выключим свет. Оу, картина. Стоп. А, точно. Кстати, парниша ведь в письме писал, что где-то здесь есть сейф на первом этаже. А. Черт. Я не знаю комбинации. Так, а вот это какое-то письмо. Что это? О, цифры. 7, 3, 9. Давайте попробуем. Вдруг это комбинация. Итого мы уже набрали почти 1000 золотых. Неплохо для сегодняшний день, неплохо. 739, не правда ли? Так. 7. Не в том. 3. Хм, подошло. Как все просто. Она экстравагантнее моих рабочих масок. Пойдет в коллекцию. Опять же, вдруг на бал позовут. Ну что ж, теперь нам точно нужно на выход. И раз никого не осталось, скажем так, в живых, я могу выбираться спокойно, не опасаясь, что меня заметят. Прыжок. Хороший вор всегда уходит. Тихо. Собственно, куда мы попали? Отец рассказывал, когда горел Шейлбридж, стало светло, как днем. Или что? Так дымил, что заколок стражи. Темно. Надо идти тише. А я читал, что раньше город с кем-то вечно воевал. Читал, да? О-о-о-о. Ты шутишь уже? Клянусь! О, пожалуйста, сэр, пожалуйста! Того и гляди, обделается. Вам обязательно здесь кричать? Думаете, у нас много времени на сон? О, простите, мадам, приказ капитана. Идите, говорит, под окно той бабы из Бричмаркета с такой рожей, что даже чесальщики по.
побрезгают. Попробуйте, мол, ее рассмешить. Сдохните от брака! Сделайте всем одолжение! Беги! Она пошла за ночным горшком! Нехорошо так издеваться над девушкой. Насчет военного положения. А что же не уезжаем? Мы заперли ворота, тупица. Всюду мрак. Говорят, старого, как бишь его там, скосил мрак. Да, так ему и надо. Печеную вонь даже тут чую. Барону бы толкнуть речь о блокаде, как он умеет. Народ любит красивые речи. А когда кто-нибудь в последний раз видел его лицо? Ха. Ты же из Испорта, да? Брак туда уже добрался. Ага. Все речные притоки были забиты утопленниками. Как один гигантский шлюз.